Здравствуйте. Пришел покормить двух бездомных псов, которых приютили. Здесь будку построили для них. Каким образом сейчас их вызвать для угощения, я сейчас попробую свистом. Почему-то в будке они по-прежнему не ночуют, но сюда приходят подкормиться. Итак, внимание. Соловей-разбойник просвистел. Появились псы. Вот первый бежит, за ним второй. Вот второй. Так, сейчас я вам дам. Ну что, сейчас дам. Так. Опа. Так. Держите. Раз. На, иди сюда. На, еще. Еще. Сердыш. На, еще. Ну, вот так вот и призываем, чтобы, как говорится, позавтракать или пообедать. На этом, думаю, до свидания. Вот они питаются. Это хорошие для них вкусняшки. Это называется свиной котык. То есть горловая часть, хрящи и мясо на этих хрящах. Так, до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.